же вот там, типа, не кусаются, они глотают. Да. Вот там стоит этот. Надеюсь, это удав. Не так, короткий, но полный такой. Да, толстый. Скорее всего, удав. Похож на питон, вот. Кобра не такая, и... А вот тут наш дом, в принципе, за этим кустом. И он, как бы подумает, там поселиться. А, окей. Это не ходи, а то спрячется. Вот, говорит, охрану вызвали, может, сейчас приедут, заберут его. Иди сюда, иди сюда. А, потом лучше не пугать, пусть лежит. Не пугает, пусть он. А будем пугать, он точно бежит в этот, к нам. Что-то он вкус не идет, а идет прямо на нас. Медленный. Но мы все больше уверены, что это удавчик. Не надо, идем, надо, чтобы он не убегал. Они так аккуратно. Ну да, могли бы понежнее, да? Не ловят же льва. Ну да. Она так медленно шла. Теперь буду еще ее снимать. Не слишком близко не подходи. Что не делай, они снимают ее. Ага, ну тоже что-то знать. О, она прям жирная. Она жирная была. Да. Она прям жирная такая. Она не тоненькая. А, пойди. Щенющий. Да. Да. Пересекали, да? И картошку как мы кладем? Как кладем картошку? Не знаю, как кладем картошку. Я вот вижу, какая огромная рыбешка тут трется. Надо картошку сюда сюда. Уже на пятерку. Красиво кладем сюда. Лева, ну-ка, отойди от моей ноги. Это что у нас? Это тилапия. Вот такая огромная рыбешка. 1000 шиллингов заплатили за нее. И пожарили сами. Ну, все по-простому. Картошечка вкусная по-деревенски. И салат. Не ешь, стой, не ешь, козленочком станешь. Так. Все мы будем кушать. Товарищ Цедрик приехал, мы сидим, обсуждаем строительство дома, вот, и а тут параллельно там какое-то мероприятие из Уганды, из посольства, вот, и пришли такие девчонки, наряженные, нарядные, вот, и нам говорят, будете виски бесплатно. Как вы думаете, что мы ответили? Ну, подсказка уже у нас на столе, конечно, будем. Потихонечку торговый центр этот небольшой наш Випинга обживается. Вот там у нас, начиная, как говорится, справа налево, там, как-то, Wines and Spirits, алкогольный магазин красно-белый, а потом идут какие-то там домашние товары, насосы, так, детская площадка, за ней там кафешка, потом офис какой-то компании, в центре кафешка, там у нас есть уже ветеринар, небольшой ресторан-гриль, небольшой ресторан, не ресторан, кафе-мороженое
и аптека. Вот так, потихонечку заполняется. Еще пустые места есть, но, как я уже говорил, меня почему-то сюда отказались пускать. Я думаю, потому что там директор, он тоже занимается недвижимостью. Я так понимаю, у него небольшое ревностное отношение ко мне. Ладно, поживем, увидим. Ники, как дела? Домой поедем? А где твоя сумка? Так? Э? Где, Бер? Пойдем покажешь, как бы. Вот и мои бандиты что-то там сходили, идут с пустыми руками. Видно, воровать было нечего. Ну ладно, как говорится, не фруктовый день. Опять с пустыми карманами уйдем. Сейчас сезон дождей, буквально за неделю или за две до начала дождей я прислал людей немного почистить на ферме. Вот они дорогу чуть расчистили, потому что было совсем все в бурьяне. Сейчас как дождь пошел, опять чуть-чуть, видно, мы нарушили технологию, там, когда засыпали вот эту насыпную дорогу делали. Но в любом случае, сейчас можно проезжать, и главное, они открыли все вот эти все проходы, получается, все сорняки, все это повырывали. Теперь, в принципе, можно подойти к цветам. Вот какие-то растут, конечно, все сейчас на самотек пущено, вот. И вот что заметили с последнего нашего посещения, еще одну арматурину, кусок, который поддерживает ветки, опять украли. Это, конечно, бесит. И я что, остановился? Мы сейчас тут соседний участок продаем, поэтому я как бы там по делам совместил и заодно говорю, давай-ка остановимся, посмотрим, нет ли цветов, потому что сейчас дожди начались. Но что-то цветов я не вижу, потому что, видно, до этого было долго засуха. Вот. И цветов не видно. Хотя они должны, по идее, может быть, если приехать через две недели, может, цветы появятся. Потому что если дождь пошел, то можно надеяться на то, что что-нибудь появится. Блин, все поврывали, конечно. Такие вандалы. Вот эта штука, она висела вот там высоко. Я боюсь, это, наверное, что-нибудь повредили. Ну, вот здесь вот, видишь, так, вот здесь так погнуто и загнуто, потому что все это должно было там быть. А теперь оно, получается, все обвалилось. Ну, ладно, вроде они не погибли. В любом случае, я думаю, в будущем мы все ждем пока здесь, когда вот эти обещают убрать вот эти линии, потому что там вдалеке построили, вот там, построили новую большую линию. И насколько нас все заверяют, вот эти маленькие постепенно будут убирать. Тогда вот этот участок я уже нормально, он станет нормального размера. Я его обнесу заборчиком и тоже продам, потому что он один маленький остался у меня. Сейчас он физически у меня 4 сотки. Когда вот эту линию уберут, будет 10 соток. Вот я 10 соток и продам. Растения перенесу, а вот эти
бетонные вот эти опоры или как там, столбики, я их использую для, как раз для забора. То есть поставлю их по периметру, натяну там какую-то сетку, проволоку и продам. Вот как-то так. Кстати, вот видите, у соседа лес был. Сейчас он пока там заново посадил его, вырубил, посадил. Вот на границе участка он оставил, да, вот эти деревья пограничные. И от них падают семена. И вот, вот одно деревце выскочило. И вот еще, не знаю, это одно или двойное, вот оно. Так что семена падают и вырастают. Получается, сколько здесь? Два. И там одно. Еще одно. Вот четыре деревца. Как говорится. И вот этот уже вверх растет симпатяшка. А там много, в основном кусты, конечно, но посмотрим, когда будет убирать, дальше будем решать. Потому что и здесь тоже есть деревца. Поэтому участок этот у меня так, как говорится, под сукном лежит. Ладно, едем дальше. Окей, we go, Alex. Another day on the work. Now, umbrella is one of the necessary tools. Let me show where I am now. Very much armed today with these gum boots. Yep. So the views are actually amazing. Okay, let me talk to one of the potential customers. I'll update you later. У меня дырка в доме. Дырка. Крыши, в потолке. Кто додумался до этого? Вот дождь идет, пол мокрый. А? Сколько надо было интеллекта в это все? Собака довольно бегает по дождю. А вот я думаю, как бы не навернуться. Старость не радость. О. Девять утра. Такая рань без буквы С. Мы в кафе пришли, но там молоко, которое в капучино добавляют, соевое, оно дешевое местного производства. Вот я пришел сюда в супермаркет свое купить молоко. Так. И где оно у нас находится? Не тут, не тут. Не тут. Hi. Looking for the packets of soy milk, Alpro, whatever. Yeah. Оказывается, я далеко ходил. Не обязательно было так. Вот на таком молоке из Дании вкусно получается с соевым молоком капучино. А вот на тут есть местное, найробское. Почему-то, ну и почему-то, может, наверное, понятно почему, но не очень нравится. А цена в дважды отличается. Как-то так.
Странно, папа, папа, это очень странно. Перестань. Тихо, Никит. Почему? Он будет просто жрелось какую-то делать смешное. Что, он какой-то юмор сделает, папа ставит короткий. Почему странно? Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you.